До 25 декабря все городские и сельские поселения Ульяновской области должны были принять бюджет на следующий год. Все населенные пункты с задачей справились, кроме Ясашной Ташлы Терентьевского района. Напомним, совет местных депутатов, состоящий из большинства членов партии КПРФ, отказался принимать бюджет. Аргументировали свое решение низким уровнем доходной части бюджета и желанием сократить штат администрации из-за больших затрат бюджета на его содержание. Люди, которые принимали участие в утверждений, согласований данного бюджета, посчитали, что слишком много чиновников работает в солдатской Ташле. Причем 5 человек, это в том числе и водители, уборщица, которая входит в состав так называемого круга чиновников Ясашной Ташлы. И люди там работали, работают, получают заработную плату, и по сути это их единственный источник дохода. Непринятие бюджета означает для ташлинцев отсутствие финансирования. Поселки не смогут полноценно приступить к реализации госпрограмм и к выполнению социально значимых обязательств. Решение проблемы в Минфине видит только одно – срочное урегулирование всех личных споров и принятие местного бюджета.